Приветствую, дорогие зрители, с вами Делирон Мини-Коша, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши прятки в Майнкрафте, сегодня мы снова будем с кошкой в роли привет соседушки. Так я все-таки не нашел, как его зовут, вроде бы его никак не зовут. В общем, кто-то из нас сосед, кто-то из нас Делирон, кто-то из нас Мини-Кошка. Вот такие вот дела, это у нас новый дом, выглядит он просто офигенно. Шикарно. Здесь пофикшена система дверей, теперь они открываются только если наступаешь на нажимную плиту. Это очень удобно сделано, потому что мы постоянно бегали, и везде у нас были открытые двери с кошкой. Слушай, дом просто крутейший. Сколько есть этажей вообще? Раз, два, три, неизвестно. В общем, много. И дом нашего обычного соседа. В общем, давай тогда мы сейчас начнем и посмотрим, кто же из нас будет первый искать. Рубани меня. Кто нажимает так, кнопку? Я нужно нажима? Подкинуть мини-кошку. Отлично. О, боже, слушай, ну, шикарно. Что мне такое? Шикарно просто. Где же я появился? Давайте-ка попробуем заныкаться вот здесь. Я думаю, что кошка в жизни меня никогда не найдет. В жизни прямо так, бежим, в жизни. бежим. Далеко бежим. Дальше, дальше, выше, выше, чтобы кошка не нашла. Да, кошачий на, сосед выше ушастый. Ты врешь, наверное. Не, ну, наверное, не вру. Ты же видел, что я взял кит без крыльев, так что я не прыгучий. Но все равно заныкался я мастерски, наверное. Так, надо бы вот так вот сделать. Все, теперь вижу все крупнее. Так, хотя, ну я может, пошла. Выше, выше, говоришь. Ну давай, давай, ищи меня. Все-таки, может, маленький домик обыскать? Ну попробуй, я думаю, что может быть в маленьком домике. Ну я уже пошла в большой. Вот так вот, все, я теперь вижу где-то. Не, так нечестно, должна вначале маленький обыскать домик. Слышь, кого фиг ты побежала сразу потому больше? Потому что решила пойти... Да не, не, так нечестно. Иди, иди обыскивай маленький домик. Тебя там нету, Дельжон. Да нет, ну конечно же, не знаю. Может быть, блин, а как отсюда возможно выйти обратно? А. Так, ждать, пока кошка выйдет или переныкаться, как вы думаете? Можешь переныкаться. То у меня такое место вообще необычное. Топовое. Ходит, так я думаю, что я возле нее сижу. Блин, этот может, сосед даже не может догадывается. Бородатый, усатый сосед думает, что Делирон где-то близко. Так, где ж ты находишься, а? Тебе все возьми и расскажи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что там было? Ничего не было. Так, ничего ты меня не было, троллишь. Так, сидим в своей норе, не вылезаем. Троллишь, троллишь. Ой, на улице, кажется... Звездочки видно, ничего себе. Темнеет, вечереет кошка. Ну да, да. Ага, как там у тебя успехи? Может тебе фейерверк есть запустить, а? Ну давай. Фейерверки можно только на улице запускать, так что я даже не знаю. Так, что у нас здесь есть? Какой-то класс. О, ничего себе, красивенько. Там нет, тоже какие-то классы есть? Нет, в этом доме нету, да. Ой-ой-ой, так тихо-тихо-тихо. Ты меня обманула, ты читер, я тебя видела. Это не я. Это бабушка твоя, да? Я тебя вижу, Рон. Я тебя вижу. Я под землей сидел. Отстань. Отстань. Все, я тебя вылетаю. А до чего свидания. Ты вылетаешь? Блин, потому что. Потому что я умею летать, а ты не умеешь летать. Все, игра окончена. Давай тогда включай и выключай. Видишь, как включила, выключила. Я даже не трогала ее. Ну и замечательно. Так, там мы пойдем сами ныкаться здесь. Что в гробу? О, везде теперь дверцы сами по себе открываются. Шикарно, красотища. Автомобиль. Автомобиль. Так, а что здесь? Ничего не понятно. А что здесь? О, ничего себе. И что это такое? Какая-то непонятная фиговина. Выучила. Так, а это что? Чё? Я большой дом выучил, пока ты в маленьком прятался. Я пока вообще ничего не знаю в этом доме. Блин. Кажется, а, я не успею значит, ты явно в большом, да? Не знаю. Да. Этот кошачий сосед бегает здесь. Опасный кошачий сосед. Так. Что тебе нужно, усатый? Усатый зеленоглазый тип. Уходи. Так. Уходи. Класс, главное быть хорошо нет невидимым. Я же невидимый, правильно? Я невидимый, отстань меня. Отстань меня, невидимый. Отстань, отстань. Вали. Опять не смог от нее убежать. Вот же животное кошачье. Ты умер? Ну да. Так, ладно, теперь я сосед. Окей, выключаем карту. Мне надо включить карту, стоп. Ты так быстро нашел. Да, времечко идет. Осталось 20 секунд, чтобы заныкаться. Ну, удачи да, тебе. Да. Удачи на даче. Сейчас как приду. Сейчас как приду, как и найду. Что? Как найду, как приду. Сразу же как найду, как приду. Блинчик, туповатое местечко. 6 ну, секунд, ладно. 5. Тупее, чем яма зали тебя? Я там в яме сидел? Или ты тоже в яме? Так, ладно, идем искать кошку. Ты в яме? Так, быстрее, где яма? Где яма? Так, быстрее бежать в яму. Так, ищем в яме кошку. Нет, я там нет. Так нечестно, я думал, что кошка в яме. О, кошка за домом. Е-е-е, кошка за домом. Блин,
Будешь знать, как лазить в моем дворе. Хотя это не мой двор, неважно. Нет, 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 нет. Так, а ну-ка стоять. Идем в здоровый дом. Здоровый дом? Хватит. Крылатая кошка. Я знаю, что тут кот еще есть. Тут курица. Надо зафигарить и кошку, и курицу, и всех сразу. О, давай, 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 давай. Да ну что ж ты будешь с ней делать? Летунская кошка, гляньте, убегает. Остановись. Слышь, ты слишком прыгучий, я туда не могу залезть. Тогда я отхиляюсь, подожди. Сейчас я тебе дам отхиляться. Как я тебя тут и сниму вообще? Слышь, Алёша. Алёша, я не могу туда залезть. Сам ты Алёша. Кошка Алёша. Ты где-то убежал уже? Да. Блин, она уже убежала. Гляньте на нее. Убежала, я тебя найду. Все равно найду. Так, я вижу тебя. Так, буду бить тебя лопатой. А ты, иди ты, боже мой. Лопатою по лицу. По лицу лопатою, отлично. Зафигунили. Зафигунили, зафигунили. Фух. Это было круто. Это было круто. Но ты какая-то более прыгучая, чем я. Так, может быть, ну-ка. А вот так вот. Так, ну-ка. Что? Не, не сработало. Я думал, моя магия сработает, но как-то не очень. Да. Ну беги, беги, коржик. Ничего себе, там наверху еще и внизу есть. Кстати, я вот сейчас с картой, что ли, бегал, тебе сказал, мне интересно. Я на нее не смотрел, как бы. Дилерон, какого фигули? Не, ну я не знаю. Подожди, или я сейчас ныкался? Я же сейчас ныкался, правильно? А до этого я же ныкался, правильно? Пока мы заговариваем зубы, времечко-то тикает. 4 секунды осталось. 3, 2. Ух ты, ёшкин кошка. Дилерон, где раскать? Уже ну, идет. Давай, вот прямо давай, сейчас. Я не знаю, где это я. Так, а ну-ка. Да ты в маленьком домике. Ты в маленьком домике, я уверен. Сам ты маленький. И сам ты маленький. Вообще нет, ты ныкаться. В маленьком домике нет места, где ныкаться. Вообще нету. Да я не там, явно. Так, в яме тебя тоже нету. Здесь тебе нету. Где же кошка? Ах ты в моем доме лазишь. В доме моем лазишь. Так, а может быть ты пытаешься в подвал убежать? Так, в подвале кошки вроде бы нет. Там какой-то проход есть, а в подвале кошки нет. О! Непонятно. Все. Так, это второй этаж. Так, здесь кошки. Нифига, тут бассейн какой крутой. Нифига бассейн. Тут бассейн крутой есть на втором этаже. Не знаю, никакие бассейны. Так, это какая-то... А это тир. Так, отлично, это я в тире. Так, непонятно. Ага, кошка в школе! Кошка школьник! Кошка в школе! Школьник! Кошка школьник! Все, рассекречено! Найти из лука в голову. Все, рассекретили. Че ты школа? В школу ее тянет, понимаешь ли? Каникулы у людей ее в школу тянет. Так, ладно, включаем. Каникул. А вот так вот. Блин, я хотела нажать. Ну все. Так, где мне заныкаться? Нужно какое-то топовое место, которое кошка никогда не найдет. Просто вот раз и никогда. Блин, вот здесь вот кое-чего не хватает. Надо бы это исправить. Кого когда будет ачивка, Дилерон нарубил дров, наверное, да? Ты дерево хочешь куда-то поставить, потому что его не хватает. Или стекла. Не знаю, это не я. Так, вот так вот. Вот так вот. Так, все отлично. Вот так вот шикарно вообще. Так, интересно, шикарно, можно поломать? Да? Или сейчас все заруинится? Не, отлично. Все шикарно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я сделал правильную нычку. Эй, так нечестно. Уходи. Я под кроватью спрятался. Так нечестно, Дилерон. Блин, жесть. У меня что, осталось 6 кусков земли. Ладно, я их тогда выкину. Потом можно будет их использовать. Призываю тебя, кошка. У меня снова есть 6 земли. Буду радоваться своей земле. Это какой-то навоз. Да не навоз, это земля. Обижаешь меня. Все, пойду тебе искать. Блин, у меня землю. Нет, землю не забрали. Ой, отлично. Мир надо же. Моя земля будет у меня. Так, я тушу карту. Это... Все, так больше не делай. Да огонь все, слушай. Просто огнище. Огнище. Ты уже спряталась? Я уже иду? Нет, Дилерон, ну подожди. Ходят по моему дому, а потом... Земля у меня в инвентаре. Вообще. Беспорядок какой. 7 секунд осталось. Да ты шо? Ты уже сныкалась? Ладно, больше так не делаем. Сейчас я пробую починить все, что я там понадыркивал. Может получится, может не получится. Так, у меня землю... Отлично, у меня землю украли. У меня больше нет земли. Что ж делать? Что ж делать? Ты там? Как кошуля. Тебя там нет? Нет. Блин. Не, ну нычка вроде хорошая. Только оттуда выбраться тяжело, если честно. Так, а ну-ка, если немножко починить, вот так вот. Это мы отсюда вот заберем. О, можно же перепрятаться еще. Да, да, ты копай. Уже нельзя. Уже нельзя, Дилерон идет. У меня есть блок навоза, буду тебя блоком навоза бить.
Так, может Блин, быть, это как его здесь можно в кошка? руки брать, он воняет. Здесь нет. Слушай, ты что, нюхала, что ли, мой Да блок я навоза, знаю, что ли? конечно, да. Знает она, что он Я воняет. А может быть, знаю. он пахнет, может, это обработанный Нет. блок навоза. Перегной тебя твердый, он воняет. Специалист кошачий, прям по навозу. Все она знает. Так, здесь тебя нет, это курица. Ну надо же было. Может, ты курица? Землю удобрять. Так, здесь тоже нет. Здесь тоже нет. Здесь а, тоже как же тебе подскажешь, чтобы ты меня не нашел? Потому что если я сейчас тебе подскажу, ты меня сразу найдешь. Ну я-то карту хорошо знаю. Так, Блин. А ну-ка. Ну я там, ничего. Где стекла, в общем. А, все, я иду. Я иду, все, кошка, я иду. Ты я что, очень серьезно быстро знаешь? Иду, конечно же знаю. Тут Да везде ну. стекла. Так, я пришел, да? Не. Я думал, ты в бассейне сидишь. Там стекла есть, Делерон. Конечно же, есть стекла в бассейне. Ты думал, что стекла здесь нет? Так, Ну, я в стекла тире бывают бегаю. разные. У тебя в тире нет, да? Так, в школе кошки тоже нету. Да, уже нет, уже так, вместо научено учителя тогда жизни. Блок земли поставлю. Не, вот так вот, более пафосно. Вот Можно здесь у нас будет мне преподавать блок карты? Земли и летающий вертолет. Все, О, отлично. Все, отлично. Че, переныкалась где-то? Отлично. 60 секунд. Свиньи дохнут. Ну, дырки я не выгребала, как ты. Так, ну здесь нету, здесь можно куда-то пройти. Нашел! Стекла есть у нее. Кроватки там. Так, а ну-ка получай. Отлично, зафигарили. Если Шикарно. Если кровать, ты бы По-моему, этот дом как-то поменьше, чем предыдущий и предыдущий. Тебе не кажется? Ну, да, мне реально, кажется, он меньше он как-то. Большой, но все равно крутой. Но он крутой, то что там двери хотя бы не нужно открывать, но он реально меньше, чем предыдущие. Нажимай сама тогда. Нечестность. Кошка нашаманила. У нас, кстати, с тобой счет 3-3 уже, ты в курсе? Наколдовала. Это будет решающий или еще один решающий? Ну, как ты думаешь? Скажешь, не знаю, можно еще решающий. То просили делать серии покороче, потому что некоторым не хватает времени одновременно делать уроки и смотреть. Не угодишь! О, все, вообще не угодишь. 5 секунд осталось. Да, давай, иди. Сейчас соседушка выйдет. Так, надо не пугаться. Надо не пугаться. Где кошка? Под землей? А ну, иди сюда! Боже здесь? Мой, иди сюда! Так, здесь ее нет. Так, сейчас ты мы найдем. Не а! Нет, нету. Фу! Здесь нету. А, я не могу. Так, тихо, он тихо. Смог... А, Лиза не пролезает. Так, сейчас. Ты сейчас. Меня так напугал. Так, сейчас мы найдем. Так, это кто? Я вижу, вижу. Это кто? Это вертолет. Нет, это ладно, попай. Не кошка. Так, а ну-ка здесь. Бу! Нет. Бу! Бу! Да, да. Твое тело сгорело в доме на печи. Жалко, что нельзя вот так вот набрать и тащить куда-нибудь в могилу закапывать. Да, было бы шикарно. Так, ну ладно, я включаю. Давай тогда будет решающий заходец. Фух, пью. Вот почему-то мне не ворчит. Все, сосед, я узнаю все твои тайны. Все твои тайны твоего дома. Надо расследовать. Так, тихо. Тихо. Сейчас мы все узнаем. Как это попаду? Блин. Так, все, не считается, перерыв. Не воровать мои консервы. Перерыв. Перемирие. Какой перерыв? Перемирие, гав. Что гав? Что угодно гав? Блин. Блин, эти кошаки а не я близко. Вижу. Это не я. Ой, а школа плачет по кому-то. Это не я. Это бабушка моя. Ой, наверх нельзя залазить по дороге. Да блин, да ну отстань. Слышь, алло, пошла отсюда. Иди жри плесень. Есть. Да тебя перед смертью зафигарил, тебя куда-то унесло. Можно еще раз? Блин. Ну ладно. Ну давай тогда еще раз. Я хотел где-то найти кнопку и при помощи этой кнопки узнать, что находится в этом подвале. Или уже в следующем ролике узнаю. Ладно, в общем, тогда на следующем, в следующем ролике мы узнаем, возможно, что находится в этом подвале. Выйдет ролик на моем втором канале, так что подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ссылочка в описании. Всем большое спасибо за просмотр, для вас сыграли и комментировали Делерон и Мини-кошка. Если вы на канале, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, будем с кошкой очень благодарны. Всем до скорых встреч и пока-пока. Мяу, пока. Пока.